Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десан, и добро пожаловать в судную серию жизни ютубера. Мелкий! Мелкий! Выходи из-за угла! Иди сюда, иди сюда. Встань возле меня. Вы просили, вы ждали. Кто-то даже уже успел поумничать, что, мол, Эдисон, сколько можно тянуть до того дня, когда мы свергнем мэра. Ну, или не свергнем. Ну, или мы в тюрьму сегодня, Мелкий, с тобой сядем. Я не знаю, но на часах местное время жизни ютубера, ну, уже практически 12 часов дня. В 12 часов запустится в прямой эфир та самая видеотрансляция. Анжелика на месте. Если Анжелика не сделает свою работу, то Анжелики... Ну ты понял, Мелкий? Мы ждем, мы ждем. Прыжок веры, помню, в прыжке прыгаешь, в прыжке разливаешь лаву, и потом... Хотя нет, 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 я скажу, когда прыгать. Сначала давай мы дождемся жителей этого города, потому что я уверен, все придут попитаться с мэром. Осталось буквально 15 секунд. А пока эти 15 секунд идут, влепи огромнейший лайкусик прямо сейчас на ролик, ведь мы с Мелкими, со всеми жителями этого города прошли просто длинный и сложный путь. И что самое главное, он еще даже не закончился. И сейчас у нас будет решающий день. Решающий день для меня, для тебя, Мелкий, для всех жителей этого города. Ты готов, Мелкий? Ты готов? Я тут такие серьезные речи толкаю. Я думал, то, что я сейчас тебя смогу замотивировать. Ладно, ладно. Сколько там? 5, 4, 3, 2, 1. Местное время. 12 часов дня. Пока подожди, лаву свою припрячь в кармане. Сейчас посмотрим, что будет происходить дальше. Сейчас кто-то должен выбежать 100%. Те, кто смотрели телевизор, они должны были увидеть то, что там в прямом эфире был включен компромат. Так, давай идем посмотрим. Бегут, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ля, Костя, Бабазина, Геннадий Петрович. Давайте, давайте, а я вам помогу. Снайперы, снайперы, снайперы. Минус один. Минус два. Иди сюда. Минус три. Минус четыре. И в огне, в огне, в огне. Патронов нет. Мелкий, Мелкий, убей снайпера. Убей снайпера, быстро тебе. Сейчас, 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 сейчас. И вот так. Ты смотри, сейчас, давай поможем. Опа, да, опа. В этого, минус один, минус один, минус один. Одного убил. Второго убил. Сработало, Мелкий, сработало. Не узнали, кем мэр является на самом деле. Они вышли, вышли. Революция, Мелкий! Это революция! Сюда, сюда. Мелкий, поваренок, а сейчас наш выход. Нужно взорвать голову, чтобы все, и Бомжара, и Михалыч, все узнали то, что революция, революция настала. Давай, в прыжке, как ассасин просто. Прыгай, разливай. Быстро, давай, давай, давай. Опа! Молодец, молодец, молодец. Сейчас главное попасть. Опа! Попал, не попал. Да ёхан ты попай. Ща... Ниже целится, выше целится. Попал! Попал! Отвернись! Ну там немножко чуть больше, чем голову задело. Ну и так сойдет. Ты смотри, они все окна разбивают, стреляют все. Давай! Так, Мелкий, давай будем спускаться. Давай, голову, голову себе сломать. Здорово всем! Бабзин! Бабзин! Опа, 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 подожди! В окне еще, в окне, в окне, в окне, помогайте! На, иди сюда! Все, 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 молодцы, молодцы, молодцы. Костя! Бабазина! Геннадий Петрович! Ай ты! Вы видели? Вы это видели в эфире? Вы видели, кем мэр является на самом деле? Он меня хотел убить, меня, Катю, Люсю, вас, Мелкого, и в принципе хотел весь город под свои ноги просто загрести. Анжелика, ах ты ля какая женщина, не было бы Кати, я бы с тобой бы реально бы отцом твоего сына стал, но у меня есть Катя. В общем, короче, смотрите, какой план. Мэр остался до сих пор на втором этаже, он в своем кабинете. Я сейчас туда проберусь с Мелким, а вы стойте здесь. Геннадий Петрович, я сейчас вас расстреляю как в 44-м, ах вы жопы прокляты. Вот именно, вот так с ними и надо, Геннадий Петрович. Бабзин, Бабзин, охраняй Геннадия Петровича. Костя, а ты следи, чтоб все были живы. Понял? Все. Чтоб никто не вышел. За родину, Бабзина, за родину. Чтоб никто не выходил, чтоб никто не входил. Я с Мелким сейчас пойду и разберусь с этим сраным мэром. Ты готов, Мелкий? Ты никогда не готов. Надо взять уже свои коки в руки. Будь мужиком. Сколько тебе лет? Лет 10. Коки есть? Вырастил? Стальные? Мелкий, возьми себя в руки. Это ответственный день. Возьми себя в руки. Руки! Руки!
Яйца в руки, будь мужиком! Взял яйца в руки! Взял! Скажи мне, что взял! Помаши головой, если взял! Яйца в руки взял! Молодец! И не отпускай! Вот прям в руках с ними ходи! Держи пистолет, там еще немножко патронов, я возьму калаш. Если что, стреляй в лоб, целься в лоб. На счет три открывай двери. Раз, два, три! Давай, 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 мелкий! Слева, 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 слева! Туда, туда, туда! Зачищаем зал суда. На счет три открывай зал суда. Иди сюда, иди сюда. Раз, два, три. Открывай, открывай, открывай! Мелкий, давай! А, здесь уже никого нет. Мы же их убили, они же на улицу выбежали. Так, все, поднимаемся на второй этаж. Мелкий, иди сюда! Не шуми, не шуми, не шуми. Там два бандита. Два бандита, и у двоих у нас калаши. Короче, мелкий, держи калаш, держи калаш, держи патроны. Время быть героем. Время не отпускать яйца из рук. Покажи, на что ты способен. Не сыкуй. У тебя все получится. Давай, на счет три выбегаешь и просто всех перестреливаешь. Давай. Раз, два, три! Давай, побежал, 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 побежал! Сначала лево, потом право! Давай, давай! И треть калаш! Иди сюда, иди сюда, иди сюда! Иди сюда! Отдай калаш, отдай калаш, быстро, 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 быстро! Доставай пистолет! Все, у меня уже патронов. Чухани ты, бабай! Дай пистолет, дай пистолет! У меня осталась граната. Сейчас я взорву, подожди, эти двери. Как только двери взорвутся, забегаешь внутрь. И что у меня есть? Забегаешь внутрь и всех ножницами фигачишь. Вот, бери ножницы. Опасное оружие, опасное холодное оружие. Давай, прячься за углом, прячься за углом. Убегай, мелкий! Какая-то бракованная, мать вашу хорошую, граната. Ладно, давай по старой схеме. Раз, два, три! Здорово! Минус один, минус два! Иди сюда! Кто там, кто там, кто там? А, еще один остался! Все, 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 все! Давай, 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 мелкий, это на тебе! Ай, ай, ай! Давай руками! Какой малый... Мэра на прицел, быстро! Стоять! Стоять! Двери закрыть, никто отсюда больше в этой жизни не выйдет. Здорово, ушлепки. Здорово. Мэр, следи за мэром, иди сюда, иди сюда. Держи пистолет, следи за мэром, чтобы он никуда не убежал. В угол, быстро, в угол, быстро. А вы? Коррупция, да? Деньги вор... А, вы посмотрите, посмотрите. Все сейфы просто в бабках, все сейфы. Что здесь золотые монеты, что здесь золотые... Мелкий, отвернись. Отвернись. Не надо вам было лезть в город Ютубе. Ой, я сказал отвернись. Стоп, 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 ты все не так понял. Да, я все не так понял в этой жизни. И то, что я на тебя компромат нарыл, да, и что ты там прямым текстом горил вот этим двоим, то, что ты меня хочешь убить, мелкого хочешь убить, Катю хочешь убить, всю мою семью хочешь порешать, да? Это я все не так понял. Ну давай, давай, пускай он оправдывается. Давай договоримся. Ну, хорошо, давай договоримся так. Мелкий тебе пускает пулю в лоб, и мы с тобой в расчете. Мелкий, как тебе такое предложение? Нет? Ну мелкий почему-то нет. Хорошо, давай не мелкий тебе пускает пулю в лоб, давай я тебе пускаю пулю в лоб, и мы в принципе в расчете. Да что ты хочешь? В смысле нет? Мелкий это мэр, он тебя хотел порешать, он меня хотел порешать, в смысле нет? Давай я дам тебе немного денег. Ты слышишь, что этот будулай старый мне предлагает? Немного денег, ты видишь, что у вас здесь все сейфы, это налоги, которые мы вам платили, которые я платил за свою квартиру. А, кстати, я давно уже налоги не платил. Да уже без разницы, налоги за квартиру, налоги за воду, коммунальные услуги, вот где все эти деньги. Вы себе здесь всякие дворцы покупаете, в угол я сказал. Ты понимаешь, то, что я сейчас просто возьму эти все деньги, заберу. Они будут моими. И мне вообще без разницы, что ты там мне предлагаешь. Мелкий, отвернись. Отвернись, я ему сейчас пулю в лоб пущу. Отвернись. Так, где у меня еще есть патроны? Вот здесь у меня еще патроны. Еще ты... Да что нет? Мелкий, что ты от меня хочешь? Мелкий, Мелкий, давай... Быстро выкинул! Быстро выкинул! Я держу тебя на мушке. Руки вверх. Выкинул пистолет. Мы тебя окружили с двоих сторон. Выкинул пистолет на счет три, или я тебе простреливаю просто макушку. Раз... Два! Выкинул пистолет! Ля, ты смотри, какой наглый! Мелкий, держи его на прицеле. На стол залез. Залезай на стол сюда.
и стой здесь. Ты реально думал то, что я до тебя не доберусь? Ты нанимал своих снайперов, нанимал своих головорезов, чтобы они меня порешали, мелкого. Потому что мы стали у тебя на пути 50%, ты, значит, прибыли моей хотел. А ну быстро развернулся, мелкий, быстро! А ты... Ну... Да чё нет? Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Мы тебя держим на прицеле. Слушай, если сделаешь что-то дурное, то даже мелкий тебя никого не спасет. Чё ты хочешь? Не могу понять. Это же мэр. Он столько гадостей творил. Чё ты... Ты не хочешь, чтобы я его убивал? А может, реально мелкий прав? Может, не... Выпрыгнешь в окно? Хотя прыгай. Голову себе сломаешь, поэтому... Ну ладно. Или в окно, или я тебе просто макушку прострелю. Хотя... Реально, может, мелкий прав. Может, мне не стоит его убивать. Он же делал зло жителям этого города даже до того, как я сюда приехал, поселился и начал записывать здесь ролики. Они все это время терпели до этого момента. Но сейчас-то мы все понимаем, что твое время пришло к концу. Я не буду опускаться до такого ничтожества, каким являешься ты. Я не буду тебя убивать. Я не буду забирать эти деньги себе. Я не буду на эти деньги покупать себе дачу, машину. Я заберу эти деньги, но я раздам их всем жителям этого города. Я верну все эти деньги бомжаре. Бомжара больше не будет бомжарой. Михалычу, Бабизине, Геннадию Петровичу, Костянчику, даже мелкому новые памперсы купим. Может, и себе немножко там пару золотых монет отгребу. Я все же тебе тоже как бы налоги платил, да? И мы выберем нового мэра, который будет следить за этим городом. А ты! Я не буду тебя убивать. Твою судьбу я передам в руки других людей. Мелкий, держи его на прицеле. Не отпускай даже, я сейчас приду. Держи его на прицеле. Я отомщу вам за своего... Что там происходит на улице, алло? Хитрить, колотить, давай! Давайте, 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 давайте! Давай, давай! Минус, минус! Костя! Ща мы тебе поможем! Костя, давай, давай, да вали ты, вали ты, вали ты их, вали! Еще один! Новая партия бандитов! Ща мы всех вас порешаем! Опа! Бабзин поп... Фу. Геннадий Петрович? Геннадий Пет... Бабзин, что с Геннадием Петровичем? Вызывайте скорую, ядрить, колотить, вы не видите? Ему плохо. А ему плохо, скорую. Вызывайте скорую. Я сейчас вызову скорую, беж... Короче, судьба мэра в ваших руках. Он на втором этаже, его охраняет мелкий. Костя. Бабзин. Мы с ним разберемся. Беги, беги за Бабзиной. Пускай с мэром разберутся жители этого города. Ой, 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 ой. Ну, мэру там, наверное, не сладко. Я сейчас пойду вызову скорую помощь для Геннадия Петровича. Да Геннадий Петрович, с ним все нормально. Он и через такое проходил. 44-й, Вторая мировая. Фу, он мне такие истории рассказывал. Там 1000 немцев за один день валил. Все с ним будет нормально. А с мэром пускай разбираются жители этого города. Я не буду его убивать. Может, мы его в тюрьму посадим. А может, уже не посадим. Мне кажется, что баба Зина там немножечко отомстила за Геннадия Петровича. Статуи больше нет! Но надвигается новая эпоха. Мелкий! Прыгай из окна! Мелкий, я тебя ловлю! Бабзин, Геннадий Петрович, вы там делаете... Баб... Опа! Бабзин, Костя, вы там делаете с мэром, что хотите. Мелкий, давай за мной. Как там, все нормально с мэром? Да? Они ему ничего не отстрелили? Нет? Ну, зная бабу Зину, мне кажется, она ему там сейчас что-то продырявит или там что-то отрежет. Ну, пускай они там разбираются. Бабзин, давай, отрывайся по полной! Мелкий! Да все, хватит! Мелкий, сейчас мы закончим серию, сразу беги, сразу вызывай скорую для Геннадия Петровича. Ты это видишь? Ты это видишь? Ты понимаешь, что близится? Новая эпоха в городе ютуберов. Мы найдем нового мэра. Мы устроим голосование. Мы устроим выборы мэра города ютуберов 2019. И хоть кто сможет им стать. Ну, кого в этом городе любят больше.
Мы сделаем так, чтобы этот город процветал, развивался, появлялись новые постройки, новые здания, школа, больница, пятерочку уже наконец-то построим, в этом городе пятерочки до сих пор нет. Сделаем так, чтобы жители этого города гордились новым мэром. А я сделал все, что я мог, освободил этот город от преступности, криминала, коррупции и не самого лучшего мэра на этой планете. В тюрьму я не сел, меня не завалили, значит, жизнь уже удалась. Сегодня вечером пожру, не знаю, что там мама дома приготовила, наверное, картошечку с котлеткой. Сегодня мы, короче, с мелким по полной отметим это дело. Тебе я скажу огромнейшее спасибо за просмотр. Ставь лайкусики и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новую серию жизни ютубера. А с этого момента в этом городе изменится практически все. Спасибо тебе огромное за просмотр. Я с мелким прощаюсь. Всем удачи и всем пока.